вот пора настала, канун исхода празднует народ. Еврейское казачество восстало, в Биробиджане был переворот. Еврейское казачество восстало, в Биробиджане был переворот. В казачий круг сошлись мы в тихомолку, блюдя законы всех великих смут. Прикрыли мы попахами ярмолки, и в седла мы торочили талмуд. Прикрыли мы попахами ярмолки, и в седла мы торочили талмуд. Никто не шел на должность атамана, ведь атаман поскачет первым в бой. Потом избрали Леву Пейзермана, он взял за это денег, боже ж мой. Потом избрали Леву Пейзермана, он взял за это денег, боже ж мой. А Исаулом выбрали мы Каца, за твердость духа и огромный нос. Он в знамя нам не разрешал сморкаться и отвечать вопросом на вопрос. Он знамя нам не разрешал сморкаться и отвечать вопросом на вопрос. Вот грянул бой, а что мы можем сделать? Кругом враги, а вдруг они сильней? Свои ряды мы развернули смело и вороных пришпорили коней. Мчались в тыл, как полем черный вихрь, решив, что смерть не люба казаку. Как развивались пейсы наши лихо, слетаясь гривой конской на скаку. Как развивались пейсы наши лихо, слетаясь гривой конской на скаку. Наш атаман догнал нас на кобыле, я умоляю бой вернуться вас. Они были в перхоти и в мыле, и казаки не слухали приказ. А они были в перхоти и в мыле, и казаки не слухали приказ. Тут вышел Кац, шилом, браты казаки, кто в бой пойдет, представлю к орденам. А тот, кто откупился от атаги, тот подвозить снаряды будет нам. А тот, кто откупился от атаги, тот подвозить снаряды будет нам. Мы не сдались на уговоры эти, там пулемет, а кто у нас герой? Наш Рабинович скрылся в лазарете, сказал, что ранен прямо геморрой. Наш Рабинович скрылся в лазарете, сказал, что ранен прямо геморрой. На нас врагов надвинулась лавина, ряды штыков, огня свинцовый шквал. Мы защищали нашего раввина, он бойко нам патроны продавал. Мы защищали нашего раввина, он бойко нам патроны продавал. Но враг силен, и были мы разбиты, едва успевши распродать обоз. Мы записались все в антисемиты, так был решен еврейский наш вопрос.